Всем привет, мои дорогие, с вами Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. В этом видео будут мои пустые баночки. Что понравилось, что нет, что я люблю, что не люблю. В общем, все буду рассказывать, как оно есть. Ну, это моя любовь, концентрированные гели для стирки. Люблю, рекомендую, делает белые еще белее. Артикул 118-42, значит, пара штучек. Кстати, предупрежу ваш вопрос, потому что появляются все время новые подписчики. У нас есть программа ЭКО. И эта программа говорит о том, что мы все пустые баночки уносим и сдаем на пункт выдачи, а пункт выдачи их отправляет на вторпереработку, что очень-очень приятно. Далее, гель концентрированный для стирки деликатных тканей. 118-40, стираем курточки Вики. Очень, кстати, хороший гель, классный, качественный, мне нравится. Концентрированный гель для стирки цветных тканей. У нас сейчас постельное белье стало цветное. И вот, пожалуйста, много-много гелей для стирки. Артикул 118-43. Раз, два, три, четыре. Так, далее у нас идет концентрированный гель для стирки. Артикул 118-41 для стирки темных тканей, который идет с функцией самообновления и делает черные еще черней. Вот такая красота. Кондиционер для детского белья. Вот только сегодня его уже израсходовала. Даже в пустышках не успел полежать, сразу ко мне на стол. Ну что скажу, Вика, как обычно, ночами уплывает. Но сейчас мы начали ходить к крайне сакральному терапевту. У нас есть такой Сергей Мухин, совет меди, мне его тоже порекомендовала мой врач, который рекомендует мне все БАДы для меня и для Вики. И у нас пошли улучшения. Мы перестали уплывать 3 раза за ночь, мы перестали уплывать 2 раза за ночь, и иногда даже остаемся сухими ночью. И это, конечно, здорово. Поэтому гели для стирки у нас вообще детских не закончилось, а кондиционер для детского белья с алоэ вера 0+, который дерматологически протестирован, идет с гипоаллергенной отдушкой и без красителей. Вот аннотация, кому нужна. Это, конечно, сказка. Он вкусный, он клевый, он классный. От него идет запах такой, ну, вот этой детской свежести, сладости какой-то, да, легкой-легкой, еле уловимой. И я счастлива. Посмотрите, у нас практически ничего нет, поэтому у нас радость. Знать бы про него раньше, конечно бы я к нему сходила. 115-16, сводила бы свою Викусю. Ультракондиционер для белья, тоже суперконцентрат, 30 стирок, артикул 118-55, розовый бархат. Второй по любимости, а это первый по любимости. Ультракондиционер для белья 118-53. Классные кондиционеры, клевые кондиционеры, кайфу. От них очень нравятся вот эти вот ароматики. Далее жидкое мыло с хлорвиксидином обязательно, особенно когда много людей. Ой, мы затеяли ремонт. Обои уже переклеили, двери уже переустановили. И вот это вот, господи, столько людей в доме много. Я реально замучилась, я реально устала. Может быть, даже из-за этого у меня столько много обзоров не выходило, как обычно, там каждые 3 дня по обзору. Тут был промежуток. Вот реально тяжело даже работать в таких условиях, потому что надо работу принимать. Тяжело. Но, в принципе, мы уже практически справились. Осталось натянуть потолок в одной из комнат в детской, а у Викуси. Ну, я в сторисах все показываю. Вы можете посмотреть сторисы на ютубе. Если их смотреть с телефона, то они висят прям 6 дней. Можете посмотреть, что мы там творим-вытворяем. Еще родителям ремонт заделали. И вот когда много народа, я стараюсь вот такое вот выставлять, потому что с хлорвиксидином это минус... А вот это, кстати, плинтуса ставят. У меня в доме плинтуса ставят. Ну, я думаю, ничего страшного. Минус лишние бактерии, потому что хлорвиксидин – это высокоэффективный антибактериальный компонент. Им даже обрабатывают в салонах красоты какие-то инструменты для применения для следующих людей. Поэтому антибактериальный эффект – густое, классное, клевое мыло с легким каким-то таким цветочным ароматом, очень приятным. 200 мл идет, артикул 27-17. Далее, кислородный пятновыводитель. Мы его добавляем при стирке. Он идет против пятен и запахов. Артикул 30-0,62, жиденький. Хочется сделать прививочку, иногда люди не знают, а начинают им замачивать вручную, но вручную им только в перчатках. Он плохо действует на кожу, хотя он тоже идет биоразлагаемый. И если вы делаете замачивание, 50 мл пятновыводителя надо добавить на 4 литра воды. И после замачивания стирать, как обычно, или тщательно прополоскать. Обязательно одевайте перчатки. У меня вот кожа, знаете, такая белая становится, портится кожа вот именно от этого пятновыводителя. Поэтому осторожней. Артикул 362. Выводит пятна великолепно, никаких нареканий нету. Так, дальше гель очищающий для туалета 30-292. Он такой идет двухфазный с инновационной технологией, которая изменяет цвет, обеспечивает полный контроль за удалением пятен. Прикольно, конечно, аромат морской свежести, аромат мне очень-очень нравится. Дальше понравился вот этот чистящий крем. Не только двери, не только ставни окон, мы им буквально используем все-все при все. Прям реально универсальный чистящий крем. Он идет с микрогранулами, но не как в Пемолюксе, который, знаете, все стирает и портит поверхности. Нет, тут такие обычные гранулки, которые не портят. 30-253 артикул. Пара штучек закончилась. Так, средства для очищения ванной комнаты.
30-221 на постоянной основе, но у меня в пустышках. Вот это значит робот-пылесос у нас. Все, мы это универсальное средство пополам с водой разводим и добавляем в робот-пылесос. И вот такая кучная куча у нас. Очень бы хотелось какую-нибудь 5-литровую уже канистру, чтобы не мучаться с этими баночками. Но смотрите, закончилось весьма таки немало. Ну, во-первых, что мне нравится, он как водичка. Во-вторых, он идет против бактерий и вирусов, то есть он дезинфицирует пол у меня. Также он не только эффективно дезинфицирует поверхности, он еще подходит вообще для всего. Для игрушек, для мебели, для обуви. Он безопасен для вообще людей, для всех животных он безопасен, как указано. Артикул 30-136, он был у меня всегда. Робот-пылесос исправился, что-то у меня больно много накопилось. Но пустышки больше, чем месяц я копила, точно больше, чем месяц. Ну и пылесос у меня 3 раза в день. 3 раза в день запускается. Ну вот где-то баночка у меня вот такая. За 2-3 дня уже уходит, скорее всего. Так, как обычно, кошачий корм. На сайте Faberlic я его поискала, больше нет. У нас корм уже начал заканчиваться. Не знаю, будет, не будет. Он в наличии еще был классный. Прям нравился. И Алиска мне его хорошо кушала. И компании Faberlic я доверяю больше, чем магазину. Ну, что делать? Далее, псилиум, шелуха подорожника. Расходуем активно. Делаем выпечку. Печем вообще очень классные всякие штучки-дзючки. Потому что Викуське нужен хлеб на безглютеновой муке. И мы добавляем вот этот псилиум. Это намного полезнее, чем дрожжи. Артикул 157-64. Далее, детские влажные салфетки. Пару пачечек, как обычно, 17-98. Коралловый кальций. Очень долгое время его не было в наличии. Наконец-то он появился. Мы рады, мы счастливы. Поэтому вот столько ушло. Ну вот у нас бутыль 19-литровая от водовоза заканчивается примерно за 3 дня. Получается вот пакетик такой на 3 дня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3×9. Ну вот где-то за месяц примерно накопилось. Но бывает иногда выкидывают ведро, но я думаю, не столь суть важно. Артикул 157-30. Помню, что их долго не было в наличии, но возобновили производство. Поэтому пользуемся с удовольствием. Влажные салфетки, чистящие универсальные. Представляете, нашли старую версию, еще 2 пачки. Их уже на складе, наверное, нету. А это новая версия, 30-550. Ну, ничем не хуже, такие же с антибактериальным компонентом идут. Я так понимаю, просто сделали упаковочку посимпатичнее. Влажная туалетная бумага, вроде бы не пользуемся. Посмотрите, сколько много ушло. И обычная, и 0+, лично я разницы абсолютно не заметила. Артикул 30-400 у взрослой и артикул 30-401 у детской. Та и другая заканчивается. Так, салфетки для интимной гигиены. Пару штучек ушло. С Викой ходим везде. 26-07. Вот, знаете, в крупных торговых центрах, вроде бы это уже из прошлого как-то, да, но у нас город Киров, может, не хочет развиваться или что, но в крупных торговых центрах в туалетах вообще нет туалетной бумаги практически никогда. Ну, бывает иногда, но не каждый день. Вернее, не каждый приход наш к ним. Или мы такие везучие, не знаю. Артикул 24-69. Дезодорирующие салфетки. Так, этих, по-моему, больше нет наличий, но они мне очень-очень нравились, но все. 202-123. Ну, если будут еще, обязательно закажу. Очень понравились. Одни из самых лучших были или будут. Непонятно. Артикул 112-89. Прокладочки дневные. Дальше. Биосредство моющее. И мы моем пол. Ушло очень много средства. Аж 2 штуки. Моем пол каждый день. То дверь вставляю, то обои клею, то обои обдираю, то шпаклюю, то еще что-то. Грязи вообще, как будто даже не убывает этой грязи, просто вот замучились уже, но скоро уже все. Так, артикул 108-94, это биогель для мытья посуды. Ну, если честно, вот, я должна его вам похвалить. Да, моет он классно, все супер, но мне не нравится запах. Я не люблю такие вот натуральные травяные миксы. Какой-то ромашкой сладкой, что ли, пахнет. Ну, как-то вот мне не зашел этот аромат, честно скажу, как-то не особо. Так, биогель для очищения туалета. 108-98, хвойный микс. Вот, ну он такой кисленький хвойный микс, нечистый. Биогель для стирки. Тоже очень понравился. Артикул 109-20. Прям очень понравился. Так, вот очень скучаю по биокапсулам для посудомойки. У меня еще осталось 1,5 пачки. И все. Мы уже начали заказывать вот эти вот, которые были до того, как эти вышли. Очень жалко, что их нет. Буду надеяться, что они появятся. Потому что те надо чистить. Они нисколько не хуже. Кто-то мне говорил, что вот у старой версии таблеток
это для посудомойки, есть какой-то белесый эффект. Я его, к сожалению, не заметила. И полгода я просидела на них, потом уже начали появляться вот эти. Эти я стала заказывать, конечно же, только по той простой причине, что их не надо было чистить. Открыла сразу в посудомойку, и вот эта вот биоразлагаемая пленочка, она растворялась. Сейчас надо их вручную обрезать. Вот это, конечно, напрягает, что пленка идет. Мне бы хотелось, конечно, чтобы вот эти вернулись. А так, в принципе, отличия я не заметила. Артикул 109.02. Вот, но мы всегда ставим на 4 часа, поэтому посуда идеальная. Так, дальше у меня закончилась Gold Station. Это смесь эфирных масел. Не могу сказать, что прям очень нравится мне аромат, но сосна, эвкалипт лимонный, мята луговая, шалфей мускатный, розмарин, кедр атласский и мята садовая. Очень хорошо для иммунитета, действительно. Использовать в период холода, он активизирует внутренние ресурсы и повышает общий тонус. Это шикарно, это здорово. Также его можно по инструкции использовать в какие-то кремы, маски, то есть в шампунь, везде, где захочется. Масло натуральное. Так, это у нас, значит, эфирное масло эвкалипта. В составе только эвкалипт, тоже 5 мл, как предыдущее, артикул 1346, известно антисептическим действием, нормализует работу сальных желез, улучшает состояние кожи углевой сыпи, восстанавливает кожу, восстанавливает выпадение волос, вот, и этот прохладный аромат создает атмосферу ясности и расстраивает на рабочий интеллектуальный труд. Я то викуськи перед занятиями капаю, у нас есть на много-много литров, мы купили увлажнитель. Вот, и мы туда подкапываем, и, в принципе, нам нравится эффект, нам нравится результат. Он действительно бодрит, он мне нравится прям вообще. Мои любимые антистресс Sakura Matcha Tea закончились, стояли долго. Мне показалось, что даже больше месяца они стояли, но все, они уже подошли к концу, к сожалению. У меня в запасниках, если честно, есть 10 штучек. Идут они, значит, 100 мл, это ароматический диффузор. Палочки в компании Faberlic есть, они продаются отдельно. Тут идет в составе более 30% основа растительного происхождения. И дальше смесь ароматических и эфирных масел. То есть тут натуральные эфирные масла. И вот сколько бы мне бы кто чего не писал, я прям настаиваю на том, что вот эти средства меняют качество воздуха в целом в комнате. Не то, чтобы там очищают его или еще что-то. Нет, конечно, нет. Но я понимаю, что они как будто вот заполняя своим запахом, забирают плохой запах. То есть не пытаются его перебить, а как будто вот качество аромата в квартире заменяют. Так, Energy Mandarin Fresh, он у нас стоит в основном на кухне. Вот, ну, на кухне надо 2 таких, он не справляется, потому что на кухне много готовки, хотя у нас неплохая такая вытяжка, сильная, но она сильно орет, и иногда там какие-нибудь пельмени сварить или, ну, что-то такое по мелочи, мы можем ее не включать, потому что нам не нравится, как она работает громко, вот, и Mandarin Fresh, там вот мы 2 штуки в разных местах поставили, артикул 10.056, детское мыло, опять кучка мала, вот вы знаете, викуськи зимой ветрят руки. Мы ей лечим маловтилином, но они снова начинают ветрить. Вот, мы лечим, они ветрят и так, ну, в принципе, каждый день. И потом выяснилось, что она моет руки взрослым мылом. И мы ее перевели на детское мыло. И вы представляете, вот это с этим, и все прошло. Я не знаю, что это тут за гремучая смесь такая. Нет, ну, вернее, знаю. Это идет как крем для ухода за кожей лица и тела, который предохраняет кожу от потери влаги, повышает жизнеспособность клеток, активизирует обменные процессы в глубоких слоях кожи. При регулярном употреблении предотвращает увядание, повышает упругость и эластичность кожи. Вот, мы наносим на чистую кожу 1-2 раза в день, но мы викуськи 5 и 6 раз в день смазывали ручки обильно, прям втирали, сидели, старались. Вот, он действительно лечит и лечит хорошо. Он у нас всегда в аптечке, я слежу, чтобы он не закончился. Вот помимо этих 2 пустышек, у меня еще 1 открытая и 2-3 штуки всегда в запаснике. Вот всегда в запаснике. Но я его покупаю по 10, по 15 штук, и у меня все разбирают соседи, друзья, знакомые. На постоянной основе все разбирают. Очень крутая штука, потому что он помогает и от укусов комаров, и от ожогов. То есть он лечит все. Артикул 109.12. Ну, жалко, что вот он не обезболивает удары. Да, удары обезболивает это вот мазь с аргинином. Она у нас всегда... Викуська бежит, сломя голову, и на постоянной основе куда-нибудь вляпывается, еще что-то. Аутизм штука такая, дети не могут концентрироваться на нескольких вещах. Если она что-то клевое несет в руках, и она увлеклась этим, она обязательно, вот ей надо ставить аж блоки руками, чтобы вот лбом она стукалась, или останавливать ее и говорить, смотри вперед, посмотришь на игрушку потом. Вот, и она тогда вот, ну, бывают вот такие моменты, сорвалась, побежала, все.
стену не заметила. Вот аргинин очень хорошо помогает в таких случаях при ударах. Жидкое мыло 3+ идет 23,56 артикул. Так, ну это больше для мальчиков. Но у Вики есть подъемный кран, она его очень любит, этот подъемный кран, и тут тоже подъемный кран, и она вот дружит с этим мылом. Дальше, значит, 23,88, тоже 200 мл, это аромат уже маленький. А тут у нас идет аромат дыньки такой, да, дынька, дынька-арбуз, что-то такое, вот очень свежий такой, баблгамовский, но не до конца баблгам. Что-то не хватает до баблгама немножко. Да, можно так сказать. Так, дальше. Маска очищающая, 4 в одном, которая отшелушивает, очищает поры, контролирует избыточное выделение себума и дарит ощущение комфорта. Артикул 0467. Она действительно работает как мягкий такой приятный скраб. Мне очень понравилась. Я ее из месяца в месяц заказываю. Так, реактивная маска патч для лица. Начала расходовать 0736. Вот скажу лучше, новые выпуски масок куда круче. Куда лучше. Так, патчи. Делала макияж на фотосессию. Ну, вот на момент съемки этого видео вчера у нас была вообще клевая фотосессия. Классная такая, семейная, прямо у меня дома. И вот я эти патчи наклеиваю. Во-первых, они идут. Да, вот тут увидите, они клевые, классные, тканевые идут. И идут два в одном. Во-первых, они подтягивают кожу вокруг глаз, разглаживают мелкие морщины. Во-вторых, они способствуют уменьшению отеков и темных кругов под глазами. Такие, знаете, приятные, гелевые. С одной стороны, липкие. Очень хорошо держится, никуда не катится. Во-вторых, в-третьих уже получается, придают коже тонус, снабжают дополнительной энергией. Так, в-четвертых, он содержит экстракт растения гинго белова, который обладает мощными антиоксидантными свойствами, улучшает микроциркуляцию и оказывает противоотечное действие. Артикул вот 1089, тут идет одна пара на одно применение, и плюс ко всему они еще и тканевые, с одной стороны. И когда вы, допустим, делаете макияж, можно сразу двух зайцев убить. Вся грязь, мало ли там, от теней, да, особенно вот шиммерные, блестящие, сильно блестящие тени, они имеют свойство осыпаться. И это потом не совсем удобно убирать. Так вот, когда я делаю макияж шиммерными тенями, я сначала накладываю патчи, делаю полностью макияж, а потом уже снимаю патчи и крашу реснички, и вся грязь остается на патчах. Да, все, что осыпалось на патчах. Очень-очень-очень-очень удобно. Так, далее мицеллярная водичка. Это это снятие макияжа. Артикул 0831. Так, пользуюсь ей уже много лет. Далее вот закончился у нас один спрей для легкого расчесывания кошка малина. Артикул 2346. Викуськина двухфазная. Не знаю, есть оно на сайте, нет. Что-то я его тут найти не могла. А муж шампуня самый любимый, самый классный, единственный, который ему подошел, это No Snow, шампунь против перхоти с перетеном цинка, зеленый чай, контроль над жирностью, артикул 1303. Очень для меня сильно, ну вот, кстати, видите, какая консистенция, он наоборот не ставится. Он, ну, падает, да, шатается, тут, ну, сложно поставить. Вот, видите, он тут такой вот неустойчивый. Из-за того, что он такой неустойчивый, дождь вроде бы все уже выдавил. А видите, еще сколько осталось в итоге, да, когда вот оно собирается, кажется, что вот, видите, ничего нет, а в итоге есть. Что мне в нем не понравилось? Запах Бразилия. Не нравится мне нисколько. Артикул 1328 вообще нисколько ни разу не понравился. Этот аромат свекрови он нравился, но она же у меня уехала в деревню жить, и его она забыла. Да и его было-то у него вот столько, что на остатки пойдет. Вот, и я его решила домыть и вспомнила этот неприятный аромат какими-то, не знаю, кофе с орехами вперемешку. Ну, вот кому-то он нравится, мне нет, нисколько. Вот этот, наоборот, Бали, он мне понравился. Сладко-кисленький такой, очень вкусный, приятный. Артикул 1715. Тоже, как и это, 250 мл. Вот он вкусненький, розовенький такой, хорошенький. А далее масочка. Моя, наверное, одна из самых любимых. Она идет, конечно, 60+, но после того, как я посмотрела нашего дермокосметолога Риму Корнееву, и она сказала в этих роликах, что неважно, какого возраста вы пользуетесь маской, даже 60+, даже 90+, все равно кожа не возьмет, если ей не нужно. Поэтому не бойтесь, говорит, делайте. Пусть перенасыщения не будет, а недонасыщение может быть, да, если вот, допустим, женщина, там, допустим, 75 лет сделает маску для 35-летних, ее кожа там чего-то не хватит, а наоборот делать можно. Маска шикарная, она идет глиняная, вот такая вот, такой вот консистенции, лежит хорошо, не течет, прям все великолепно, что мне и нравится. Вот она, конечно, такая густоватая, запах у нее тоже, ну, такой белый глины, приятный запах белой глины. Я люблю этот аромат, кому-то он не нравится, но я вообще обожаю аромат глинки. Так, значит, что она делает? Интенсивное омолаживающее действие, восстанавливает четкость контура лица, восстанавливает структуру эпидермиса, нормализует работу сальных желез, прекрасно очищает поры, устраняет
устраняют черные точки, стимулируют выработку коллагена и эластина, мягко отшелушивают ороговевшие клетки, повышают регенеративные функции клеток, повышают эффективность средств ежедневного ухода. Маска Скульптер, она идет для лица, шеи и декольте. Если наносить таким нормальным слоем от груди до лба, до линии роста волос, то, блин, ребят, она заканчивается у меня целиком. Артикул 0761. Делаю ее редко, раз, может быть, в 2 недели. Результат вижу хороший, хвалю, рекомендую. Вот. Но мне кажется, что до 35 она не нужна. Девчонкам, кто моложе 35, она не нужна. После 35 я уже видела эффект на своем лице и очень даже мощный. Это мое открытие. Сейчас частенько ее использую. Артикул 0234. Вот тут вот увидите. Я ее недавно снимала, но опять-таки она у меня же в пустышке теперь попала. Да? Кислородная экспресс-маска для лица. Идеальный тон увлажнения. Очень нравится. Кожа увлажняется. Очень хорошо. Она очень хорошо работает на лице. Лицо выравнивает. Очень хорошо подготавливает к макияжу. Но единственное, но она, знаете, такая пузырится, зеленого цвета пузырится, и потом, когда вы снимаете маску, местами где-то вот эта зелень остается. Вот, но я думаю, что тут ничего страшного в этом нет. Почему? Потому что это все тонечком все равно протирается и наносится еще легкий слой увлажняющего крема, и все как бы, ну, за минуту решается, за полторы, за минуту решается. Можно просто водичкой умыться, как хочется. Не надо ее вот так вот, что смывать там с мылом, там еще что-то. Нет, просто вот вытереть вот эти вот штуки-дрюки. Так, дальше, значит, у нас получается 2 гидрогелевых патча для контура вокруг глаз. Тут что-то перед фотосессией мы обычно все встаем в 6 утра, чтобы сходить, успеть в душ, чтобы в 7 утра уже первый человек взял у подмастера. Я всегда была второй, третий, тут я была первая. И вот как назло, Викуся всю ночь что-то разговаривала, пищала, но так и не проснулась ни разу. Я все вставала к ней, вставала и довставала до того, что всего 3 часа за ночь поспала. Утром встаю, кошмар просто. Красить глаза негде, они хотят спать, они не хотят, чтобы их красили. Я с ними договориться не смогла, договорилась только с помощью этих патчей. Да, патчи тоже вот тут увидите. Артикул 14-13. Они подтягивают и верхние, и нижние века. Можно еще слегка тонким слоем крем нанести, и потом еще сверху патчи, и они все это усилят, и в принципе вы исправитесь. Это уже такая тяжелая артиллерия. Одноразовые патчи стоят 240-140 рублей. Ну, не помню, не так и дешево, да, для одноразовых патчей это не дешево. Но такие хорошие очень результат. Люблю их использовать на отдыхе, потому что я почему-то, когда позагораю, у меня начинается отек глаз. Хотя я не пью сладких напитков, я вообще не принимаю спиртное, но я начинаю быть водохлебом на жаре. Мне постоянно хочется пить, я не могу. И, конечно, вот это вот такое вот ощущение, что вот, мне кажется, я слишком много пью воды. Следующий, да, лот у нас с вами с артикулом 0744. Маска Кокон. Идет 40+. Тоже такая вот глиняная, в стеклянной упаковочке. Если там была пластмасса, то это прям стекло-стекло. Очень такая хорошенькая. У меня ее девочки, кстати, забирают под бусинки. Вот. Эта маска наносится просто идеально. Она нежно удаляет поверхностное загрязнение, сужает поры, осветляет, гармонизирует тусклый цвет лица, разглаживает кожу, снимает следы усталости, обеспечивает эффект сияния кожи, успокаивает чувствительную кожу. При использовании 2 раз в неделю еще дополнительно добавляется эффект повышения упругости кожи и сокращает признаки старения кожи, придает коже здоровый сияющий вид. То есть от одной маски уже есть результат, но также есть результат и от применения на постоянной основе еще лучше. Так, далее у нас побежали бальзамчики. 27-32. То ли он не для меня, то ли что. Но для меня это обычный дежурный бальзам. Как будто бы он не допитывает волосы и хочется еще с поверхности нанести сыворотку. Вот действительно. Очень хорошо пошла сыворотка вот с этими масками-бальзамами. Артикул 2732. Тут указано, что он идет с ланолином, природный воск, получаемый из шерсти овец, удерживает влагу в структуре волоса, предотвращает пересушивание, восстанавливает барьерные функции и так далее, Но мне его мало, он как будто не допитывает. Или я его сильно смываю, не знаю. Вот, 200 мл идет как маска-бальзам. Катюша его очень хвалит. Он ей нравится, но мне не хватает. Запах приятный, консистенция классная, он не течет, все здорово, великолепно, как бы никаких нареканий-то особо таких нету. То есть нужно нанести на влажные волосы, не на сырые, когда вот с них течет вода, а отжать их, а потом уже наносить на влажные волосы, помассировать, тщательно смыть водой. Но, знаете, как бы маловато. Маловато, хотя я еще держу минуту-две, но мне маловато. Вот этот же бальзам, он идет как восстанавливающий, мне наоборот очень-очень нравится. Артикул 2711, прям шикарный бальзам. Мне кажется, он подойдет для всех типов кожи. Далее, очень не понравилась вот эта штука. Артикул 201-216, это BC. Не понравилась из-за неприятного запаха.
Вот прям неприятный запах, какие-то, знаете, не знаю, какими-то таблетками пахнет опять меня. Нежный увлажняющий спрей для лица окутывает кожу туманной дымкой, удерживая влагу, стойкий эффект благодаря аминокислотам, микроэлементам водорослей. В общем, тут очень шикарное описание, но запах жуть. Просто жуть, 150 мл. По действию, что я вам скажу. Да, состояние кожи улучшилось, потому что у меня многослойный уход антивозрастной. Получается, сначала мицеллярка, потом молочко. Потом, значит, я это молочко как раз ватными дисками, смоченными вот в этой штуке, убираю, брызгиваю лицо, протираю потом тоничком еще Renovage, вот этим, вот, да, который вот он стоит. И, конечно, после этого наношу уже сыворотку в перемешку с кислородным бальзамом, дневной или ночной крем, гель для век и так далее. Все это от груди до линии роста волос два раза в день, ночной, дневной уход. И, конечно, вот эта вот штучка, да, мне понравилось ей пользоваться, но вот этот запах больше не куплю. Так, как самостоятельное средство, где-то там на отдыхе, на море, на пляже, нет. И сразу же нет, я не хочу этим пахнуть. Вот, вот этим я хочу пахнуть. Вот это вкусная штука, очень-очень нравится, артикул 0256. Так, дальше, вот как раз-таки это тоник 0779, очень классный, хороший тоник. Жду, пока закончится. Так, дальше, энергетический бустер, это у меня уже пред нанесением крема после тоничка. Я тонизирую лицо, действительно классный эффект. Кожа начинает улучшаться от него и прям в разы. Артикул 5799, это такая что-то типа пеночки, вот такой вот, да, но это не умываться, это именно нанести и оставить. Ему можно пользоваться как самостоятельное средство, а кожу сразу перестает после душа тянуть, вот, здорово и классно. И, ну, в принципе, и все, да, я его перед кремом не использую. Лучше усвоение крема, так как тут есть NovaFTM. И тут написано, что моментально увлажняет, удерживает влагу 72 часа, наполняет энергией, усиливает защитные свойства, возвращает тусклую обезвоженную кожу к живой и нормальной, да, и также идет уникальная текстура, которая превращает уход в удовольствие. Ну, действительно, да, приятно. Вроде бы это тоник, но он такой вспененный, и получается, что он не течет никуда, все здорово и шикарно. Вот тут даже в способе применения написано: встряхните, с помощью дозатора выдавите небольшое количество средства мягкими похлопывающими движениями, распределите по коже до полного впитывания. Или другой способ: используйте как самостоятельный продукт, или под крем, или под макияж. Ну, в общем, я и тоником протрусь, и этим намажусь. Мне нравится, в 40+ не лишнее, и действительно идут прям мощные улучшения. Зубная паста 0+, Викуськина 5112. Так, это у меня идет 0,12,17, по-моему. Скраб для комбинированной кожи для лица. Скраб хороший, клевый, классный. Кожа действительно становится гладкой, крем хорошо ложится. Тональный крем уже ложится не на шелушейки, а на нормальное лицо. Увлажненное, да, хорошее. И тут, конечно, прям респект этому кремчику. Он и недорого стоит, и реально классно работает. Но, опять-таки, запах мне не понравился. Но, да, но его тут не так много, как вот у некоторых кремов, например. Ужасный запах. Дальше, мои любимые патчи. Патчи тоже классные. Они идут в ежедневке. Я очень часто начала хитрить. Ну, увидела совет и начала хитрить. И рассказывать. Девушка одна на ютубе рассказывала, что она наносит крем для век, сколько-то повтирает, массаж поделает, а потом патчи сверху. И из-за того, что патчи сверху, все действие усиливается, еще в патчах есть эффект. Ну и знаете, в течение дня нахмуришься, наморщишься, иногда бац, патч меж бровей приклеишь, если без макияжа, да, дома сидишь весь день, то нормально. Тут экстракт икры, комплекс пептидов, гидролизированный коллаген с аминокислотами и короткие пептиды, которые захватывают воду из атмосферы и удерживают ее на поверхности кожи, имитируют работу природного увлажняющего фактора кожи. Вместе с гиалуроновой кислотой поддерживает ее увлажненность и эластичность. Ну, шикарный состав, как бы все шикарно, все здорово и все классно. Патчи прям мне очень нравятся. Тут вы их можете посмотреть. Так, значит, артикул у маски идет 0946. Она очень удобная. И, в принципе, на подарок тоже будет очень-очень красиво смотреться. Просто великолепно. Мне вот очень-очень нравится дарить эти маски. Очень нравится дарить наши диффузоры. Кстати, вот эти вот диффузоры. Знаете почему? Потому что их потом просят купить второй раз. Я говорю: да что вы, зачем покупаете? Я говорю: регистрируйтесь, 20% скидка будет на первый заказ. Говорю: 50 баллов будете делать, 26% у вас скидка будет. Зачем, говорю, вам переплачивать? Идите ко мне в команду, будете заказы делать. Вот. А захотите зарабатывать, если вдруг, то, говорю, я под вами уже структуру начну строить. Говорю: веточку вас зарегистрирую, и у вас уже будет команда. И люди, да, люди охотно идут, потому что на всякий случай везде всего побольше иметь, скидки иметь, а людям нравится. Дальше. Маска Detox для лица с древесным углем. Очень стоящая масочка, выравнивает личико хорошо, но она, вы знаете, вот она прям, сейчас стряхну ее как градусник, может быть, что-то там и есть. Она черная,
Ага, вот, отлично, просто отлично. Она вот такая черная. Если ее толстенько наносить, то когда вы ее, видите, густая, она не течет, все хорошо. Но я вот ее, например, тоже наношу на все лицо. Вот, шею я не наношу, потому что она тут идет как детокс. Мне кажется, что она будет подсушивать. Ну, это лично мое сугубо личное мнение. Артикул 0276. И вот, конечно, когда я ее по лицу распределяю потолще, получается, что потом ее очень сложно смывать, если вы не в душе. Поэтому я захожу в душ, помыла голову, нанесла маску на голову, на волосы. Потом умыла лицо пару раз так по-хорошему. Могу поскрабировать пару раз так по-хорошему. Ну, нет, скраб один раз, заговариваюсь. И потом вот наношу вот эту масочку, чтобы она лучше после скраба подействовала. А потом еще могу какую-нибудь питательную нанести или глиняную нанести. Вот. И пока я там делаю свои процедуры, там скрабирую тело, там борюсь с волосиками. И вот, ну, вот это все мелочи, да, у меня то одна, то другая маска на лице. И получается, я нигде не обляпалась, ничего не заморала. И мне вот это очень-очень нравится. Поэтому, как бы, такую маску я делаю таким образом. Но на самом деле, вот я ее нанесла, и ее, в принципе, смыть сложновато потом получается. Вот прям она, еще если где-то тонкий слой, она там подсыхает, и прямо вот этот вот такой вот слой маски на лице, в принципе, да, это нормально, но она марает одежду, она все марает. Поэтому вот стоя в душе, работает идеально, и я ее все-таки заказываю и заказываю уже не первый раз. Прям божественная такая маска с очень таким приятным ароматом свежести, я бы сказала, и действительно хорошо идет детокс кожи. Цвет лица меняется, он улучшается, и как бы делаю я ее не так и часто. То есть у меня куча различных масок от компании Faberlic, у меня практически все маски мне подходят, и я, какая стоит в ванной, ну вот эту закончу, потом другую выставлю, потом третью выставлю, да, вот что-то типа этого. Смотрю от состояния кожи. Перед критическими днями, понятно, я делаю что-то, чтобы не жирнилась кожа. Когда я чувствую, что у меня вот далеко до них, да, кожа сухая становится, я делаю какие-то увлажняющие масочки, клевые, таким образом у меня происходит. Батарея масок для волос моей и дочки. Мы тут пользуемся вдвоем. Да, ну первая маска репейник и крапивой. Мы, кстати, обе с Катей ее любим. Она такая беленькая, густая, не течет. Вообще все маски не текут, все хорошо. Артикул 1261, 150 мл, это бюджетный вариант. Она ближе к действию к бальзаму, чем к маске, да. То есть простенькая, дешевенькая. Вот эта маска что-то более серьезное. Такое идет как восполнитель кератина для поврежденных волос. Артикул 8248. Она гламурная, розовая такая, пахнет приятно. Как раз маска для блондинок получается. Так, следующая маска, к сожалению, ее уже нет на сайте. Очень ее люблю, жду, когда вернется. Очень нравится, волосики рассыпчатые, укладка классно держится. Тут еще есть термозащита в этой маске, поэтому я с собой ее брала в поездке. Вот, пока что такой замены я не нашла в компании Faberlic. Вот, это тоже умный кератин, еще одна масочка. Я чувствую, что там что-то есть. А, вот видите, осталось еще немножечко, да. Очень приятный аромат, очень классная маска, хорошо держится, легко распределяется, хорошо питает. Вот эта маска тоже очень хорошо питает, идет с маслом омлы, ароматик такой сладенький, зелененький. Она маленькая, 160 мл. Если вот это идет 200, то вот это идет 160. А предыдущий эксперт был, наверное, тоже 200, да, вот этот был 200, да, 83-63, а новый эксперт 160. Артикул у нее 1882, она так и называется Ever Strong. Да, немножечко оставила. Она, знаете, такая склизенькая, приятненькая, но с головы не падает. Но вот гульку, если, допустим, завязать просто из волос, да, вот у меня длинные волосы, гульку из волос просто сделать, если она разваливается. Если вот это держится, то уже надо какую-то резиночку. У меня в ванной специальная резиночка висит, да, то есть я забираю, чтобы на декольте везде сделать еще маску, пока сижу в этой маске. Ну, в общем, поняли, да, систему. Да, значит, маска глубокое восстановление. Она восстанавливает материю волос, питает волосы по всей длине, возвращает волосам силу, блеск и мягкость. Ну, я вот, например, пережженная блондинка, я могу сказать, что кончики, которые хотя бы ниже плеч, вот после этой маски мне питания хватает на макушку, но которые ниже плеч я все-таки смазываю уже отдельным эликсирчиком различным. Ну, вот на данный момент у меня вот такой закончился, да, эликсирчик. Это восстанавливающий филлер для поврежденных волос, умный кератин, вот с этой вот линейкой вместе, тоже розовенький, гламурненький. Вот, кстати, со дна очень сложно что-то достать, нужно вот так поставить, и может быть когда-нибудь оно дотечет, но у меня вот не хватает терпения. А пальцем туда, ну, тоже можно, но ногтем больно ты много не соберешь, не было бы ногтей. 30 мл, 82-64. Вот этот филлер, он тоже идет для поврежденных волос и хорошо очень восстанавливает. Он уже идет несмываемый, удобно, классно. Вот, а маски все, да, вот, которые я показывала для волос, это все надо смывать. Насыщает питательными веществами и укрепляет волосы от корней до кончиков. Действительно хорошие, такие блестящие.
блестящие, ухоженные волосы получаются. Эта маска в новом выпуске, да, вы знаете, у нас была старый выпуск, такая темная зеленая крышечка и светло-зеленый корпус такой яркий. Вот эта маска лучше той, это лучшая замена той маски в несколько раз. Вроде бы мылы меньше, да, вроде бы можно разочароваться, что мылы меньше, но нет, она экономнее. Ее мне хватает на 2 раза, на длинные волосы. Я довольна результатом. Как бы все хорошо. Следующая масочка идет с аминокислотами. Артикул 1890, тоже 160 мл. Это идет активное питание. Оно обеспечивает глубокий уход. Питает волосы по всей длине, наполняя силой ослепительным блеском. Насыщает питательными веществами и укрепляет волосы от корней до кончиков. То есть аннотации примерно одинаковые, но у них разные действия. Да? Вот после этой маски они какие-то ультраповерные идет. Они какие-то вот, как вам даже сказать, походу вот с этой, они должны быть похожи. Ультраповер, ультраповер, вроде бы все одинаково, то есть лиловое-лиловое, да, разные оттенки. Но тут вот не написано, вот если на этой маске написано, что она идет без эффекта утяжеления, облегчает расчесывание, защищает от вредного воздействия высоких температур при укладке, то тут, к сожалению, этого нет. И защищает она или нет, или вот эту защиту убрали из этой маски, я не знаю. Но по идее, как бы вот эта замена этой, она мне очень нравится, еще раз повторюсь, но термозащиту я наношу отдельно. Хотя, в принципе, вот, допустим, у меня какое-то событие, надо делать прическу, я делаю эту маску, делаю эликсир, вот этот бьюти-бальзам, да, зелененький, 12 в одном, и все. И сажусь сразу под мастера, и мастер делает, и прическа хорошо держится, и все. А вот в этом варианте они все-таки вот выпрямили, а там расческой выпрямителем или щипцами выпрямителем, и ходите, красиво, здорово. А какую-то прическу сделать, она хуже держится. Вот тут с этой маски прическа держалась у меня 2 дня, с этой нет. Она не подходит под прически, эта маска. А вот это больше, кстати, подходит, чем это. После этой лучше держится маски прическа, кудри, там, укладка какая-то, чем вот после этой. Поэтому, конечно, это не полноценная замена, хотя написано ультраповар, ультраповар, да, типа вот замена стой на эту. Нет, вот это вот, конечно, была моим фаворитом, жаль, что ее нету. Хотя формула улучшена, и если смотреть по уходу, то вот это, конечно, круче намного, волосы качественнее, чем вот после этой маски, но все-таки термозащиты не указано, не написано, я уже боюсь рисковать. Так, мои дорогие, пустышек еще осталось много, расскажу вам о них в следующих роликах, будет пустышки 2. Да, всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео, с вами была Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн, всем пока-пока.